Здесь курица уже обжарена, есть немножко сока. Рис мы сделали по 4 стакана, промыли риса по 4 мерных стакана. Добавляю сюда немного миндаля. Зелень. У меня тут сельдерей, мята, петрушка, немножко укропа. Сюда же зелень. Вот такой. Сколько любишь. Здесь же есть немножко чеснока. Теперь на 4 стаканчика мерных у меня примерно килограмм. Вот такой по вот, полторы, наверное, чайной ложки. Угу. Это при том, что курица уже соленая. Курица уже, да, курица обжаренная со специями, она ночь мариновалась. Я бы взяла, смотри, если бы курицы не было, я бы взяла на 4 стакана, вот 4 вот таких мерных, так. Я бы взяла один. Окей. Один мерный стакан масла. Но у меня здесь курица, и здесь есть масло, в котором курица обжарилась. Поэтому я возьму 2/3 меньше. Окей? Так. Сюда масло. 4 стакана риса, 4 стакана воды. И воду налили, просто распределяешь здесь. Собрала вот эту сумму, да? Да. Вот здесь снимай просто, вот здесь снимай, видишь? Просто покрыто, угу. Не бойтесь, воды немало. Тут есть жир, тут есть масло, оно все разойдется. Вот просто, угу. Просто все распределяем. Просто разровнять. Просто разровнять, да. Мы две такие, Соня, две такие, разровнять. Разровнять, да. Любимый ножик. Любимый ножик протыкаем. 40-50 минут на 200 градусов в духовку. Все. Теперь смотри, что получилось. Ой. Посмотри, вот он рис. Один к одной, слушай, рассыпчатый. Хороший какой идет. Смотри. Курица, миндаль, все, что у нас есть. Пахнет? Чувствуешь как? Офигеть. Сколько она готовилась? 50 минут. Зелень, мелень, все дела. Все. Слушайте, ну это же великолепно. Смотри, вот чтобы оно все разошлось, зеленое. И упаковываем. Все поедет горячим на фронт. И теперь вот это в фольге, в найлоне. В холодильник, который держит тепло. И Ам Исраэль Хай.